Всем привет, с вами Фидос, и мы будем играть с вами в Serious M3. Лето в Кари, давайте начнем. Ну давайте на туристе, просто потому что я нуб, так откровенно сказал вам. Наверное, после прохождения оригинальной игры я, может быть, буду проходить дополнение к игре, там, я забыл, как он называется. Что-то там с Нилом связано, что-то. Я не знаю, буду ли я проходить эту игру полностью, но должен, по идее, полностью. Чё, ебанутый, что ли, на середине останавливаться? Вообще, если вы давно на моем канале и видели все мои видео, то вы должны знать, что у меня, в принципе... Было два видео, связанные с этой игрой, ну, с третьей части, там от силы было два видео, но я там ничего не проходил, максимум один-два уровня. Но сейчас я хочу пройти игру полностью. Но я хочу вам сказать свою проблему, что у меня достаточно серьезные проблемы с компьютером, и он постоянно мне показывает синий экран смерти. То есть мне уже даже друзья переустанавливали его, но ничего не получалось. Поэтому видео могут быть... Очень редко, короче говоря. Солнце, да, значит? К периметру. Начать сканирование. Сканирую поверхность. Активность ничтожна. Что? Нас сегодня никто не ждет? Внимание! Вижу цель на 2 часа. Идет к нам. Держитесь, у нас гости. Ё-моё! У меня день рождения, я по уши в дерьме! Я сейчас должен нюхать кокс и трахать девчонок! Надеюсь, Стоун, ты принес мне тортик! Так, Альфа, слушай меня. Группа «Браво» охраняла ученого в старом музее Каира. Однако с 9.00 они не выходят на связь. Ментал хочет изжарить землю, а мы тут статуи охраняем! Ученый знает, как раскочегарить ключ к вечности. Брехня! От науки пользы нет, от пушек есть. Да похер, есть там что или нет. «Браво» сидят одни. Рвем туда, меняем им подгузники и домой. Если вдруг залипнем, наша главная задача, профессор, мысль ясна? Как дерьмо Гнаара! Родригес! Тревога! Нас атакуют, ухожу из-под удара! Рвем вправо, держись! Уходим, уходим! Да, не повезло Сэму. Но будем надеяться, что он живой. Ну, конечно же, живой. С чего бы ради ему помирать? Давай, приходи в сознание. Они без меня не пропадут. Конечно, не пропадут. Вот он там кружится, кружится. Черт! Ну чё уставился? Кончай глазеть. Угу. Ладно, пойдемте. Ну вот современный Египет. Всеми любимый. Бита есть, найду пару бошек, поиграем. Стоун, это Квин. Мы получили сигнал о помощи. Что у вас там? Вертак в хлам. Я в паре кварталов от него, выдвигаюсь к Альфе. Стоун, сколько раз тебе говорить? Пристегиваться надо! Забей, Родригес. Где вы есть? Мы у входа в музей, как и положено. Где ты там застрял? Держитесь, я иду к вам. Понял тебя. Красотень, конечно, красотень. Давай, иди сюда. Как шикарно мы ему кошку разбили. Опа. А тебе что нужно? Сэм как гопник прям сказал так. Получай.
просто планета кишит монстрами. Здесь был Дюк. Ну, это понятное дело, кому это все сказано. Это наш любимый Дюк Нюкем. Ну, что я хотел сказать про синий экран смерти. Я не знаю, из-за чего это все, но, видимо, мне придется давать ему его уже как бы не друзьям, а профессионалам в ремонт. Сам не знаю, как так случилось. Кто ты, где, прием? Родригес, я сказал, буду через минуту. Это Джонс. Родригес. Вот черт. Не повезло Родригесу. Жопа, короче, полная. Ничего. Ну, я знаю, тут просто кое-какой секрет есть забавный. Классический костюм Сэма. Ну-ка, его можно увидеть? А, давайте спрыгнем уже, а то тут неудобно. Ну, вроде бы, да. Круто. Конечно, круто. Вообще, мне нравится, что игра действительно чем-то походит на Battlefield. Это круто. То есть, действительно, графика такая современная, все круто. Красивая графика в игре, конечно, вообще. Но не 10 из 10, но все-таки. Пестик. Мистер Смит, мистер Вессон, рад вас видеть. Только вы, конечно, не бомбите на меня, что я играю на туристе. Если я не так хорошо играю в игры. Там же всего лишь 25 человек. И то какие-то энтузиасты. Но они при том сделали реально крутой шутер. Ну, вот вдумайтесь, какие-то хорваты сделали реально классный шутер с красивой графикой. Это же просто невозможно. Зачем так громко? Опа. Убегаем. Первого Сириус Сама, где там второй уровень начинается, там в песчаном месте, короче, и там также они набегают. Ну это круто сделано. Квин, вертолет в зоне видимости. Что с группой Альфа? Я их потеряла. Конец группе.
Господи! Живые есть? Нет, здесь становится жарковато. Я вхожу в здание за профессором. Принято. Осторожнее, там может быть полно чужих. Значит, скоро будет полно трупов. Конечно, Сэм самоуверенный. Сам заранее утверждает, что будет полно трупов. Но это, в принципе, понятно, где он. Сэм просто умеет вам говорить. Блин, слушайте, жопа, как у Севастьяновой у меня в колледже, короче. У нее такая же прямо задница. Я не вру, реально. Задница как на... Так, вот. Показывает, куда нам идти. Вот, смотрите, пистолет. Вот вы посмотрите, как разработчики сделали его очень классно. Вообще, сколько деталей. Да, разработчики, конечно, шикарные. Я вообще раньше думал, что, ну, еще в 2011 году, что вот эта игра у меня не пойдет. Ну, типа, слишком объемная, там, слишком крутая, классная графика. Догадываюсь. Это за Джонса, мразь. Скелетики наши. Ой, простите, я чихнул, у меня аж чуть полмозга не вылетело. Ладно, пойдемте. Начнем нашу экскурсию.